Футбольний клуб «Балкани» Сарацького району у 26-му турі першої ліги на своєму полі поступився лідеру турнірної таблиці «Дніпро-1». Зорянські вболівальники стали свідками двох абсолютно різних таймів. Якщо до перерви гра прийшла за сценарієм підопічних Андрія Пархоменка, то після перерви гості зуміли перехопити ініціативу та двічі засмутили голкіпера «Балкана» Олексія Паламарчука. Упродовж двох хвилин у середині другого тайму відзначились Когут та Очігава. Здесь было важно, конечно, навязать свою игру, навязать прессинг, навязать как раз, создать давление в тех зонах, где соперник умеет контролировать игру. Особенно игра между линиями, фланги очень быстрые, поэтому мы немножко перетрубали в составе. Мы поставили практически всех быстрых футболистов в обороне, особенно крайних защитников, плюс Юречка, центрального защитника. Я считаю, что до определенного времени мы справлялись. Была такая очень равная, хорошая игра, но брать, наверное, два разных тайма. Первый тайм мы очень достаточно много создали моментов, что радует, по сравнению с прошлой игрой с Днепром. Там показатели были очень катастрофические с нашей стороны. Здесь мы, я считаю, увеличили качество игры и достаточно много. И Опри в пустые ворота не попал, когда добивал, и Поломаря были моменты, и стандарты достаточно серьезно разыгрывали. Таким чином, «Балкани» посідають 8-му сходинку в першій лізі, а наступну гру проведуть на виїзді зі ще одним претендентом на підвищення в класі – командою «Оболонь-Бровар».